всего у нас установочная мощность станции 370 мегаватт. И здесь еще оборудовано у нас 5 генераторов и 5 котлов. Также имеются дополнительные пиковые удобренные котлы. Персонал смены у нас полностью укомплектованный. На местах находятся у нас машинисты управления турбин, значит, начальники смен цехов. Я же на главном счете управления произвожу оперативное руководство подчиненным персоналом и также веду экономичный режим работы станции. Мы находимся на главном счете управления Балаковской Т4. Это наше сердце нашей родной станции. Здесь мы производим управление теми процессами, которые происходят на нашей станции. Здесь мы следим за выработкой электроэнергии, теплоэнергии. Мы снабжаем город теплоэнергии по магистральным трубопроводам. То есть все отопление города, также горячее водоснабжение, зависит от нас. Также мы производим выдачу электроэнергии в общую энергосаратовскую энергосистему. На нас висит, конечно, огромная ответственность. Можно сказать, мы отвечаем за снабжение всего города. Люди должны быть уверены, что они не окажутся в холодных квартирах, и у них всегда будет гореть свет. Все стараются, сейчас молодежь, люди, которые приходят, они стараются учиться, чтобы получить высшее образование, чтобы в дальнейшем были какие-то перспективы роста. Перспективы роста у нас есть, конечно. Вот. Молодежь пусть приходит, будем приветствовать наших рабочих местах. Однозначно есть ему научиться, набраться опыта. Стражилы пока еще есть, которые готовы передать этот опыт.